музыка веры. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мир вам, дорогие братья и сестры! С вами музыкальная передача «Музыка веры», ее ведущий священник Георгий Калахов. Сегодня мы продолжим знакомиться с церковными песнопениями одной из наших сестер православных поместных церквей, которых вместе с нашей русской православной церковью всего 15, самобытных, отличающихся своей мелодикой, языком, но сохраняющих общий строй и содержание православного богослужения. Сегодня это церковная музыка Румынской православной церкви. Направления румынской церковной музыки довольно разнообразны, а музыкальная традиция очень древняя и имеет более чем тысячелетнюю историю. Православие сыграло важную роль для сохранения и развития византийской культуры и в особенности византийской музыки и в Румынии. Византийская музыкальная традиция существовала в Румынии беспрерывно с 4-5 веков до реформ, известных как реформы Хрисанфа из Матиды, одного из трех выдающихся реформаторов румынской музыки. В результате длительных усилий к 17 веку румынский язык наконец вошел в церковное употребление и стал использоваться не только в митрополичьих, кафедральных и монастырских храмах, но и даже и в сельских приходах. Распространение румынского языка как литургического первоначально осуществлялось через рукописи, а позднее при помощи печатной гимнографической продукции. А сейчас мы услышим византийское церковное пение 17 века. Поет румынский хор «Византион». О, ты, мой,
Русская школа в Бухаресте и издательство сыграли выдающуюся роль в проведении музыкальной реформы Хрисанфа. Была открыта первая школа пения на румынском языке. А в XIX веке церковная музыка претерпевает кризис, так как началось распространение протестных хоров, имевшее место на фоне закрытия певческих школ. В 1764 году были созданы консерватории в Бухаресте и Яссах, имевшие огромное значение для популяризации современной музыкальной культуры в Румынии. Таким образом, со второй половины XIX века в Румынской православной церкви утвердились две певческие традиции – византийская, знаменная, и протестная, использовавшая западноевропейскую пятилинейную нотацию. А сейчас прозвучит в исполнении румынского хора тропарь преподобному Феодосию Киево-Печерскому. Сегодня в Румынии наблюдается стремление исполнять именно византийскую музыку, которая считается традиционной для Восточной Церкви в целом. В 1990 году при Музыкальной Академии Бухареста был учрежден даже факультет византийской музыки под началом профессора архимандрита Севастьяна Бакура. А сегодня в румынской церковно-певческой практике используется как протестная музыка, главным образом в кафедральных и приходских храмах, и она представлена смешанными, значительно реже мужскими хорами, так и исонное пение, сопровождающее византийскую мелодию. Весьма значимым явлением для современной Румынии является возникновение множества молодежных коллективов, практикующих именно византийскую музыкальную традицию. Один из них – это хор, который находится при церкви Ставропилиус в Бухаресте. В этом году ансамбль отмечает свое десятилетие. Коллектив этот, состоящий в основном из студентов Бухарестской музыкальной академии и духовной семинарии, сейчас поет песнопение «Высшую небес» и «Достойно есть». Ca Father
радиослушатели, время нашей передачи подошло уже к концу. Я благодарю вас за ваше внимание. Прощаемся с вами до новой встречи в передаче «Музыка веры». С вами был священник Георгий Галахов. Всего вам самого доброго, милости Божией. Музыка веры.